Всем привет, вы на канале Мама Я, и сегодня мы играем в Muscle Legend, а точнее выполняем квест убить 15 игроков. Если что, я вам хочу сразу сказать, автор этого комментария написал еще кое-что с 10 тысячами силами. Но мне до Рейбирса еще 30 тысяч сил качать. Это очень много, чтобы вы понимали. Мне за одну прокачку максимум 150 дают. Это очень долго. Я минут 20 буду качаться. Вот, 120. Это примерно минут 3, 25 так. Минимум. Мне даже 30 тысяч на аккаунте еще нет. Так что сегодня я буду делать квест с 20. Насколько у меня сейчас есть, с остальными я и буду делать. Ну, сори. Так, уже плюс 2 кило. Давайте, вот, можете, я этот квест супер быстро сделаю. Третий килл. О-о-о! Четвертый, пятый, шестой, седьмой. Ладно, я на повторе посмотрю. Я там просто... Ну, ребят, все, квест. Можно видос заканчивать. Я сделал квест. А подождите, а кто у нас на сервере? По-моему, это что-то было похожее. Один скин я там видел. Миленький, я его запомнил. Левушка, левушка, левушка. Это, по-моему, он. Да. Фэриф. Ну, ребят, все, квест выполнен. В принципе, ну, вот теперь точно уже выполнен. Ну, сори. Конечно, я знаю, здесь с 25 тысячами силами это очень, конечно, легко делать. Но я качать я просто не хочу. Хотя, давайте вот попробуем. А сколько у меня реверсов будет? А, некий. А, по-моему, там 15 надо. Да. Ну, слушайте, это будет долго, если честно. Хочу вам сказать, я только 26 делал. Хотя на ролике я уже 400 подкачал, так что можно, в принципе, попробовать. Так. Так, включу-ка я одну вещь легендарную. Под названием автокликер. Авто. Заказывали авто, самое лучшее авто во всем мире. Что? Ну все, это однозначно. Квест я уже точно считаю выполненным. Там точно набралось 15 килов, может уже и 20 есть. Так, ну слушайте, хотя растем неплохо. Мститель. Вы что делаете? А, это киллер, Подождите. А у меня сейчас вопрос появился. А как я, по-вашему, умер за секунду? Знаете, что я понял? Нам надо сделать минимальный размер. 2, допустим. Так. Так. Ну, видно, скин сразу забаган. Мне кажется, вот этот вот человечек. Нет, не этот. Подождите-ка. Мне кажется, или ты что-то делал здесь ненормальное. Так, ладно, давайте сделаем вот этот вот трейд. Что ты мне хочешь дать? Это такое, я тебе дам Purple Falcon. Подождите, а с какими пэтами я вообще хожу?
и ауры, вот эти вот. Я просто вижу здесь. Торговля снизилась. Это, конечно. Там Golden Phoenix. Да не нужен там мне уже. Так, ладно, у нас 27200. Ну, я, конечно, попробую. А, у меня же не 30 тысяч. Ребята, в общем, наверное, здесь застряну на часов так 2 такими темпами. Ну, можно накачать. Оп. Простите, а кто это был? А кто это был с ней гонщик нелегальный? Какой это был гонщик? А, это ты. Смотрите, он мне сразу половину хп сносит. Так. Просто помогите. Что за человек здесь плохой? Кстати. О, мы попали на эту серебряную драку, но мне кажется... Все, можно делать ресет. Я его вряд ли просто выиграю. Мой, если меня первым. Сюда закинут. Ну, выигрыш я точно вот это вот не делаю. Ну, да, все. Может сливаться. Я его не выиграю, наверное. Да. Это тот. А, все, ребята. Просто всех взял, убил. За секунду. Я просто 2 удара выдержал. Меня, мне кажется, уже можно золотую медаль давать. Потому что я выдержала аж 2 удара. Не знаю, сколько остальные выжили. Но я 2 удара выдержал. Можно сказать, 1-2 это уже был. Он меня почти с одного удара вынес. Максим Топчик. Вот если я не качнул бы хоть один раз, я ему не покачался. А то все. Все это. Конец был. Но я все-таки и делал. Подкачался. Так, ладно. Сейчас мы уже делаем 30 тысяч. Я думаю, все. Ребята, вот 30 тысяч. Я не знаю, наверное, все больше. Ну, делать я. Подъемная аура, если развязана. А что она дает? Простите, такого? Я ничего особого не заметил. Так, ладно. Плюс 22 XP, ну и что? 22 XP. Но ничего такого я не замечаю. Смотрите, я сейчас зайду в предметы, потом аура фиолета. Плюс 40 силы. А, нет, вот. Плюс 50 силы она мне дает. А что-то я ничего, простите, не замечаю. Я вообще ничего не замечаю. А, и вот это называется плюс 55 сил, да? Да, ребята, я сразу вижу, действительно, разработчики вот не обманывают, вот сразу видно, вот все у них работает. А почему я получаю по 132, я это получаю с обычного, или... А, это называется, все, выпрыгнул, ауру профукал, потерял. Да? А что это были? Это капельки дождя. Ладно, не буду уже спрашивать. Мы накачали уже 30. У меня есть ученик. Потом я твой ученик. Левушка.
Вот это вот человек. И не человек. Да, вот. Ладно, ребята, наверное, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ну и всем пока. Максимальный размер. Так, вот сейчас хочу красиво сделать. О!